Ну чё, суки? Смотра покоряют Башкирию. Братан, жарко? Нормально. Давай сфоткаем. Давай. Так, ага, вон я вижу еще цель. Улыбайтесь. Фотографию вкладываю 50 рублей. Вы даже на свой... Я на видео записываю. Какие охеревшие. День начался, короче, не очень удачно. А в 10 часов мне пришлось встать, так как Сабантуй это праздник довольно утренний, то есть его вечером не отмечают. Окей, я встал, сел в машину, но так и не нашел, где его поставить. То есть я, грубо говоря, метров за 300 от входа на само вот это мероприятие, там такая полянка большая, там все, короче, конкурсы всякие проводятся. Вот. Я пока искал, куда поставить машину, два круга вот туда-сюда сделал. Происходит, как вы поняли, это уже все у нас за городом, это у нас общие эти, общие участки, как поселки можно их назвать. Собственные участки, вот так вот правильно. Вот, и ждал я, пока, короче, уйдет народ, потому что, ну, не резон снимать, каждый пиздюк проходит, вот так вот в монопод зырит, что у тебя там. Вот, ну, сейчас, думаю, пока пойдем, там мы встретимся с Генкой, Валька, может, подцепим. Вот, ну и, в общем-то, топаем туда, на сам праздник. Так, ну все, тут уже у нас начинается самая групповуха. Уже слышны какие-то крики в мегафон. Тут вроде еще и скачки должны проходить. И там народу погуще. Привет, специалистов по воспроизводству телефон-предприятия. Первое место, телефонные грамоты. Они говорят, щипают хуже, чем в лесу. Это побережье реки Белой получается. Тут уже люди отдыхают. Так, вот там сам праздник. Не удержался, я, короче, взял 250 номера. Ну, там пока продавали подешевле, все их не покажу, но вот концовочки хорошие, меня прям радуют. Вот, сегодня я их, короче, активирую. Вот, ну, в общем-то, все, буду с бортными номерами. Вот, сейчас пока, короче, ждем Генку, смотрим. Когда он там придет. На улице жарище, пиздец. Пока я, короче, оформлял сим-карты, я уже вспотел 20. Короче, все соревнования уже прошли, потому что они все были утром, там, скачки и то все. Вот, поэтому сейчас только ярмарка осталась. Братан Спанч Боб. Как устал. Пиздюки заебали, везде входят. И улыбаются. Чуваки просто. Да, это, конечно, это штука большая. Была бы она еще немножко эта водяная, это вообще какая-то была. Типа водяная горка такая, в такую жарищу. Самое оно было бы. Вот примерно понимали всю печальность картины, вот мой рост и вот рост вот этого Спанч Боба. Вот просто пиздец, как я считаю. Бля, что-то никого нет уже, домой эти охоты, да и бабос я на все симки потратил. Короче, продавали за 150, я типа, ну, договорился, типа, давайте по сотке за каждую, ну, давай. Вот. Сейчас, может, с карточки. Моя цель. Что делать? Как долго? Братан, жарко?
Нормально. Давай сфоткаемся. Давай. Ладно, давай, работай. Так, ага, вот, вон я вижу еще цели. Улыбайтесь. Фотография вкладность 50 рублей. Вы даже на свой... Я на видео записываю. Сколько? Какие охеревшие. 50 рублей фотография. Я бесплатно на видео записался. Так, кстати, у меня же память, я же говорил, память закончилась. Вот сейчас немного освободил, более-менее. Но тоже, думаю, ненадолго. Да, как я заебался, по-русски говоря. Генку я так и не встретил, что-то он там, это... Какие-то у него другие планы нарисовались. Вальку звонил, он тоже что-то там кукурузу охраняет. Я иду в машину, машина не в теньке стоит, сейчас пиздец, там, наверное, жарище будет. Ладно, топаем. Я, возможно, походил бы, может, доебался до кого-нибудь еще. Бля, ну, память, короче, она не железная, она мегабайтная. Вот, я там накачал, короче, в телефон до хера программ, фоторедакторов. Генка Петух мне позвонил, ну, с матра который. Вот, и сказал, типа, да, там, приходи, все. Только дошел до машины, а вот, так и не съездил, короче, не снял деньги с карточки, которые хотел. Вот, ну, думаю, что... Пойдем сейчас. Сейчас симки оставлю, короче. Вот, может, что на Генкин, короче, запишем, потому что у меня память уже все пиздец. Вот. В общем-то, ладно, ребятки, увидимся. Блять. Держи, я запись уже включу. Смотра. Ну, себя записываю, что-то. Меня не надо, я уж вся там в начале все. Ну, вы идете? Да. Смотрару. Ура, Рамс, эй. Смотрару. Сейчас голос смешарика найдем еще раз, сфоткаемся с ним. Прям. Онлайн. Реальная эдишн. Оп. Угла дает. Это ты видишь, походу. Опа. Генкиному кенту к Спанч Бобу. Да, я с ним уже снимался сейчас, познакомлюсь. Так. Сейчас моя очередь настала. Так, это нас выступали, русские народные. Так, башкирские, да. Там и русский есть, один красноармеец. Я тоже. Уроки башкирского. Игры. Так, ленточный варин. Качайте битухи, не сидите дома. Да. Аккаунт в танках качайте. Сидите дома. Лёха, знаешь, что это такое? Это так камеру засунем, посмотрим. Выберем. А, в натуре, слышь? Чё? Чё я туплю-то? Сейчас всё будет. Оп, смотра. Оп. Есть кто? Да не, а потом не высуну. Потом ты будешь... О, мой айфон! Чё, сука? Спайдермен? Тук-тук-тук. А, я понял. Вот, типа, наверное, лабиринт это. Вот тут этот сыщик, короче, какой-то нарисован. Что такого? Генка, гост тартанем. Что-то пизда ты тащишь? Короче, BMW X5 от Давидыча. Вот это наш местный кемп, короче. Изменился. О, да. Давай, я скриншот сделаю. Фото на фоне. Ну да. Спортзальный задрот. Качаем без духа. А тебе все равно никто не дает. Че, поговорили? Кто, наверное, знает, Марат XL или Декстер, он сам из
из какого там города? Ну, короче, тоже из Башкирии. Он там дуэлянт какой-то, хер знает. Тоже, короче, приедет. Мы с ним попиздимся. Шутка. Короче, смотри, Спанч Боб... Ну, это да. Смотри, Спанч Боб, говорит, его обниму. Так вот. Видишь, у него руки раздвинуты. Го, обниму. А ладно, ладно. Мне, знаешь, мне одному куда сильнее было. Я один снимаю, и что говорить с собой. Это я хоть с собой какой-то диалог веду. Прохожу мимо аттракциона, где эти дротиками, ну, шарик, ну, шарики надо лопнуть. Не проходи. Вот как в цирке, есть же цирк Дюссель. Не проходите мимо, не теряйте возможности. Да хуя потерял прям. Прошел и потерял. Но, прям, блядь, жизнь зря прошла. Так, ну все. Да. Ну, бля, короче, что-то тут это, контингент немного не тот, как бы. Им что-то непривычно смотреть, что с палкой люди. Ну, я думаю, в Питере, в Москве это уже за основу принято. Что-то фоткается с палкой выходит. Да. А тут все что-то косо смотрят. А ты хоть дом декорированный? Да, до нас только технология доходит такая. Ну да. Я тебе просто скажу, дай сфоткать мне палку свою. Пойдемте. Нас подъебали. Видно, нет? А, там жилые дома, прям на берегу. Вот туда спустимся. Ну, там на мост. Надо палку сходить. В смысле, а я палку не... Ну ты утонешь, да? Да в смысле? Да. Ну ты главное выложишь, да, там это? Видос как-то. Сегодня последний видос, короче, жаль. Да, да, да. Это как? Геда, помоги! Гена, блядь, Давидыч. И сегодня на этом заканчивается блог. Канал закрывается. Бля, ну все равно ведь пизда. Иди шлепки помочи. Если были. Генка, иди кроссовки помочи. Что-то как... Ты хорош, показывай. У тебя Давид съемник, хоть он и пузатый. Да, здесь видишь? Что, пойдем обратно? Почапали. О, почапали. Лексикон. Наберетесь на уксо. Посмотри. Звезду маленькую. Маленькая. Какого? Не, ну маленьких-то много. Просто маленькая. Не, я везу Генку. Все равно. Сразу ковровый дорог. А не, снимай видеоблог. Снимай видеоблог для Гернау. Да. Сразу, короче, везти бы на сцену, короче. Люди так вот просто расходили. Так, ну да, вот. Этот трабл. Ну ладно, ничего. У меня и руки длинные, и это. Он мне сейчас позвонит. Ему на пот на метр. А что это похоже? Ну это черный юмор, парень. А что вообще реально такое? Ау? Вся хуйня вот эта. Ну я понял, что все. А, это? Посоридуй. А то я, знаешь, я не то подумал, я совсем, наверное, испортился. Ну да, да. Вот еще раз покажи. Вот такой вот тут продают у нас. Да, это двойного использования. Сначала шарики попускал, а потом попускал кое-куда. Самотык у него возьмет. Что, может, в тачку пойдем? По городу проедем. Так этот сейчас придет. Хотел позвонить. Позвони ему как-то. В чем вопрос? А! Девка, ты что, не найдешь тут еще позвонить? Ты же Давида сейчас все знаешь. Да? Сейчас пойдем с Самотыка позвоним. Щукарем не поймем. Да, я вот тоже думал, что будет, если вот туда нырнуть, в этот бассейн. Я долго вопросом задавался. Где он может? Мы, короче, борьбу пропустили. Она же утром была. Вчера, да, в 10 пойдем, блядь, я в 10 только проснулся. Я тоже в 10 проснулся. Все, норма. Генка, ты мне говорил, что у тебя айфон воду не прилетает. Было дело? А вон, кстати, вон.
Как пройти? Дети в таких спальнях. Пошли. Ну сейчас кататься поедем? Да. А, ну окей. Генг, тебя кинули. Тебя кинули, он не поедет кататься. А нет, Хатико возвращается. Ну, поедем? Всем привет. Я Игорь, новое лицо. Чекинаут 228. Ник знает, имя нет. Вот популярно. От лица всего канала, так сказать, хочу сказать, подписывайтесь, ставьте лайки. Бля, вот красавчик, слушай. Все это в описании ниже. В конце можно стоять. Ну все, всем пока. Реклама. Всем пока, я пошел. Ну я пошел. Ну, не знаете, и не узнаете. Да. Подписывайтесь на мой канал, но я все равно с ними не поеду кататься, да. Да, ребята. Ну не знаю, поехал или нет. Снимаем, брат. Снимаешь, да, брат? Ну вот, короче, все, опять по второму пути идем. Альфа-самец, Саша. Альфа-генец. Ген, телка одна отказала в фотке. Вот. Санькина машина. Он подошел с моим моноподом, говорит, девушка, может с вами сфоткаться? Она, нет. И улыбиться пошла. Довольно, да. Седьмом небе счастье. Да, я говорю, блин, наконец-то предложили. Сука, стоп. Генка сегодня пешеход. Мы заботимся об обществе. Ну, ни о чем не заботимся. Че, сейчас по городу, наверное, поедем? Чугул? А, держи. Тут лучше в руках его держусь. Пиздошу в парк, но не факт, что там до хера народу. Все сейчас нас бантуют. Думаешь? О, блядь, а че все нас бантуют? Да, ну я тоже так это сказал. Да похер, блядь. Сбербанк. Сбербанк. Да пиздец, блядь, народу. Да не бомбит у меня. О, блядь. А вот какой. Он сайн чайник едет в Бимин. Иншалла, машина. Блядь, вот мудак, а сам последний момент повороте включил. Пиздец, столько мудаков, а. А тут сплошная еще, да, круто. Хуй тут сплошная. Ну, а ты здесь оставишь? А ты что будешь? Ну, какие-то малолетние селочки ходят. Я же говорю, тебе не дают. Вот похер, что ты качок. Ты уже на все пол малолетние селочки. Ой, эти селочки. Альфа сидит рядом. Тебе лишь бы кому-нибудь домокнуть. Да, да. У Генка айфон сломался. Короче, чего вы взяли попить? Илью, Маришу. Ну просто реально мы как бы задумались, в чем смысл жизни, и не знаем, что взять попить. Может, спрайт? Вот я тоже думал. Ну, как спрайт возьмем. Липкий он потекает. Да, короче, дай-ка. Пошла же. А в деревню, в которую мы постоянно ездим, тут есть другая страна, то есть вот такая вот открытая природа. Ну как, мы же, ёпта, на Урале живем. Вот, а у нас, ну, более-менее такая. Это вроде не горы, а холмы. Да, вот такая холмистая местность. Сейчас забираемся на самый высокий холм, который есть в этой деревне. И ебем тёлок. Бля, каких тёлок? Тут нету никого. Честно говоря, заебались. Во сколько? Мы смотри, мы вроде отошли на мало. Да, машин далеко. Вот, и с этой. О, блядь, смотри, ящерица ебаная. Пошел ты нахуй. Еще и зеленая. Да в смысле ты тут ящериц ловишь? Ну а че? Тогда поймаем. Тебя в тачку посадим одну.
На это. На зеркало повесим. Ты что, на хвост что наступаешь? Ну ебу, куда я наступаю. Может ебешь? Ну съебался, постой. Вот, кстати, где-то ужики должны. А, не, ужиков уже тут нет. Блять, жаль. Блять, заебался. Я в детстве, короче, на эту гору. На холм, поправочка. Раз 20, короче, забирался, спускался, вообще похуй было, было интересно. А сейчас пиздец. Старый стал, блин. Это такой стань. О, смотри, там, кстати, посевная. Че, Генка, ты ж спортсмен? Че, ебать, дышишь? Ты ж качок, блядь. Ты че, парниш, не весел? Че свой нос нахуй повесил? Блядь, пизда. Какой там ракурс? Наверное, мы тут, короче, завершим. Блять, покатушки, ёпта, дневные. Фу. Сегодня, короче. Я уже не могу. Сегодня, короче, если выцепим валька. Да. А я, кстати, кастет купил, забыл вам сказать. Мы когда пошли, сняли деньги с карточки. Зашли, думали, сейчас лимонад возьмем. Купили нахуй кастет. Да, купили кастет. Ну и лимонад, и чипсы там взяли. Блять, я устал. Ты не слышишь, качок больше? Ну, в смысле, я не говорю, что я качок. Я раньше вообще в два раза больше тебя весил. Раньше в два раза больше тебя весил. Почему? Потому что занимался спортом. Толстый был, как хрен. А я не занимался спортом, толстый был, как хрен. Бля, пиздец. Плоско, жопа, чок. А, ну, кстати, да, тут бухают? Блять. Да, очки хоть все. Пизда руль. Там, короче. Вон там стоит пиздюшка, да. Но это машина Джаггера. Короче, тут ночью, если посмотреть, видно все наши заводы, все города. Ну и сама деревня. Во. Бля, ну пиздец. Я снимаю она. Она мытьяй. Я снимаю она. Я снимаю она. Ну чё, суки? Смотра покоряет Башкирию. Да-да-да, это Давидыч забрался на Эверест, а Геннадьевич забрался на Веселую гору, короче. Тван, так мы её и назовём. В общем, вот вам, ребята, наши дневные покатушки. Вот, Валёк пидор, если посмотришь. Кидок. Вот, сейчас мы просто, короче, под конец уставим такие тут живописные картины. Ну, тут просто, знаете, ну, много, во многих, конечно, городах есть такая природа, но вот в больших этого нету. Вот, и сейчас вам тут все передать, наверное, конечно, не получится. Все равно сейчас мы вставим некоторые кадрики. Вот, ну и, в общем-то, все. На этом, короче, видос обрывается. С вами был Генка Смотра, Саша Джаггернаут. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, лайкайте видос. И на Давидыч так бегать с моноподом, ля-ля-ля-ля-ля. О, кстати, конечно, там коробка. Со смотрой большой секрет.